Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала. Вот видите наши замеры. Вот наш реальный дом. Мы с ребятами определились по поводу низа гэшки. Прижимай к углу прям. Прижимай за угол. Прижимай. Ты не так, а вот так. Во, понял, да? И все. Вот так и все. За угол прижимай, она у тебя никуда не соскочит. Все нормально? Куда? Он переставит чуть-чуть. Вот. Пониже чуть-чуть. Тебе нужен брусок лучше всего. Брусок? Лучше всего брусок. Либо доска. Ну, ну давай. Нет, 20 толщиной не пойдет. Нам толщина 50 нужна. Двадцатка нас не устроит. Это пятерка? Пятерка. Нас толщина нужна, чтобы у нас толщина была минимум 45. Двадцатка 20 миллиметров нас не устроит. Хочешь, можешь что сделать? Дюбель забей и прикрути просто шнурку к фасаду, и все. Хочешь, забей сейчас дюбель. Перфоратор же есть. Тебе не нужно глубоко. Тебе прихватится, все. Все, забивай. До конца не нужно тебе. Прихватилось, все. И дальше смотришь, видишь, поднимаешь, либо опускаешь. Вот, вот твоя шнурочка, и все. Возьми один гвоздь. Просто один гвоздь возьми. Вон за доску забей. Вот в эту в стойку. Просто забей, конечно. Не, ну подальше от сучка, чтобы не расколоть. Да, в любой. Ты си. Так насквозь забей. До конца? Конечно. Только ты бьешь себе очень неудобно. Раскалывай, да? Вот сюда можно, да? Да, да. Просто посмотри, чтобы понимать, что это такое. Ну, ты промахнулся. Да, больше. Вот. Если бы ты в середину бы попал, видишь, расколола. Понятно? Это как гвозди. Как гвозди. Вдавливай. Это все равно все будет заклеено. Угу. Ты главное, чтобы это все дело увидел сам. Ага. Понятно, да? Да, это понятно. Пробуй сверху рисовать. Верхнюю линию соединяй. Прижимай. Карандаш не поворачивай. Не концом, боком чуть-чуть. И он у тебя шире будет. Боком. Вот так. Вот. И он тебе тогда рисует. Понятно, да? Широкую линию. И вниз иди. Прорисовывай. Да, ну не то ты делаешь. Боком просто рисуй, и все. Главное, чтобы было не... Смотри, еще раз. Ты можешь зазорчик даже оставлять. Щелочку между ними. Это нормально. Вот плохо, когда в распор. Вот это плохо. То есть миллиметр это нормально. Старайся отрезать вначале как бы прямой рез под 90 градусов, а потом уже скос сделаешь. Не пытайся сразу скос. Не попадешь.
и глубже прям захватывает туда внутрь. А тут уже тебе проще под это, под 45, как тебе нужно. Вначале проверяй на сухую. Если все нормально, это убедился. Щелочка это нормально. Главное выше, чтобы не было этой риски. Нормально, да? Все, и клей спокойно. До половины почти снимай. Вот так. Во-во-во-во-во. И выставляй. Убирай все, что там лишнее болтается. То есть, ребят, смотрите, мы, когда будем приклеивать пенопласт, мы будем прижиматься плотно прям к этому элементу примыкания. Отсюда, да? Прям к нему, да, вплотную. Почему он нам нужен ровно? Это чистовая линия. Все. Не отшпаклевать, не изменить. Если криво что-то сделал, сними, сделай новую. Угу. Понятно, да? Значит, по поводу стыковки. Вы их можете стыковать друг над другом на вертикальных. На горизонтальных старайтесь не стыковать. То есть вот эти все кусочки, которые не выбрасывайте, они вам все могут пригодиться. Ты можешь из четырех здесь собрать на вертикальном. Это нормально. Это не нарушение технологии. На горизонтальном старайся не делать, может быть видно. А внизу? Левую сторону выклеиваешь все. Да, да, аккуратненько. Вот все, прошелся. Тебе главное, чтобы не было натяга пленки, понимаешь, да? Угу. Чтобы она была с морщинками. Это скотчем сверху заклеишь. Да. Понял, да? Да? И теперь аккуратненько снимаешь вверх. Руку подсовывай туда. Не натягивай, не натягивай. Не натягивай. Не натягивай. Так? Слабее, слабее. Вот так вот. Вот. Потому что солнце пригреет, и у тебя вырвет их. Понял? Угу. Понял, да? Да, да. Теперь. Дальше. Бери нож. Нож, нож доставай. И прям по этому пазу аккуратненько прорезаешь. Не торопись, не торопись. Все, приклеивай сразу. Сразу приклеивай вверх. Не торопись. Приклеивай вверх. Все. Приклей. Все, приклеивай. Все, и ты уже не натягивай. Не натягивай. Все. Не надо, не натягивай. Не нужно вот так делать. Не нужно. Все, и дальше потихонечку спускаешься. Вот ему, держи, вниз. Вниз, вниз, вниз держи. Все. Давай. Видите, ребят, все просто, все сделано для жизни, чтобы было удобно. Mm. Даже, видишь, в этот пазик нож легко опускается для того, чтобы быстро все отрезать. Тут же подклеивай. Yeah. И клей, клей. Проходи все. Угу. Малярная лента широкая. Только не к раме, как он. Понял, да? Угу. И туда подклеиваешь. Если что, вторым подхватишь.
И сверху можешь вторым еще перекрыть, чтобы это... Перекрою еще, чтобы он не отклеился сейчас с краев. Самое важное снизу, чтобы не задувало.